маленький довесок к видео в Татарстан. То есть напоминаю, что мы все кресла протягиваем. Особенно сложная это манипуляция в декстрессерах, потому что они упорно делают вот эти крышки на вот этих пластиковых защелках, а в мастере это еще вот этими защелками усложнилось. Поэтому, Максим, ваше кресло я подтянул, затянул, оно требует тоже затяжки у декстрессера. А всем остальным пользователям этих кресел при вскрытии этой застежки, то есть накладки пыльника, будьте крайне осторожны, потому что вот эта вот штучка вот сломается, и все, она держаться не будет. А так здесь два фиксатора, это вот этот вот пластиковый, не знаю, как его обозвать, забыл тоже. И вот эта металлическая планочка. Этот пластиковый заходит вот в это отверстие, а металлическая вот эта планка заходит вот сюда, вот в этот расклин. Все крайне аккуратно, не принимаем гигантских усилий, не спеша. Можно это, конечно, снять и, если вдруг что, подтянуть болты. Ну, напоминаю, что декстрессер тоже требует подтяжки болтов. Но крайне это сложно сделать из-за этого вот